в чем дело? А что с вами случилось? Да я настоящая. На пенсии инвалида денег не хватает. Для чего? Вот, а там шампунь надо купить. Шампунь уже купить. Шампунь для мытья. Я понимаю, шампунь это называют шампунь. Да, шампунь для мытья головы. Для головы. Да. Ну хорошо. Сможете? Я могу даже купить. Где магазин? Да нет, у меня там, я далеко живу. А здесь-то есть магазин шампунь? Да здесь нет, а здесь только продуктовый. Вы меня благословляете? Ну, вот так. Вы же не священник, чтобы так благословлять. Я вот что хотел спросить. Вы же ходите на богослужение? А я на А я не спрашиваю, когда. Ходите, нет? Да. А вот скажите, вот какое дело. Вы знаете песнопение вот это? Воскресение твое, Христе Спасе. Я это не знаю. Я ну, не а как же? Я не работаю в городе. Да я хотел вместе с вами восхвалить Господа. Ну вы что же, а? А у вас есть Евангелие? Евангелие, читаете Евангелие? Нет, дома Евангелия нет. Вы хотите знать о Господе? О Господе, не просто о церкви, а о Господе. Хотите знать? О Господе? Да, хотите? Нет. Не хотите? А что я так приблизить на самом деле? Ну ладно, тогда все равно во славу спасибо, Господа. Спасибо вам большое. Смотрите, вы сказали спасибо на шампунь. Да? Да. Не да, она передо мной. Ну, как вас зовут, Николай? Меня зовут Николай. Николай, все, а этот Владимир. Вот за отрок особенно помолитесь. Спасибо. Максимова. Николай у вас будет? Как тебя? Николай. Ты Николай? Я Николай. Извините, пожалуйста, это самое. Вы спешите. Домой сейчас, ага. Все, я помолюсь. А как же вы будете думать? Я Наталья, если хотите за Наталья. Меня помолиться. До свидания. Господи, благослови Наталья. Спасибо. Ну что, скажем? Ну скажу что, деньги надо, а Христа не надо. Не хочу знать. За деньги Христа. Это бедные люди, ты понимаешь? Что, брат, скажешь? Ничего. Совсем ничего. Благослови, Господи, эту рабу Наталью. Ой, раба не раба, я назвал рабой. Ну, да корректируй меня, я же неграмотный. Я как Константин, промолчил. Промолчи. А вот что непонятно здесь, вот в этом написано, что непонятно? Да мне все понятно, мне песнопение я хотел вот это. Это же поется. Воскресение твое, Христе спасе, ангелы поют на небесе, и нас на земле сподоби чистым сердцем тебе славите. Ну, вы знаете? Нет. Ну мы же не певчие. Ну, с кем я нахожусь? Вы, наверное, поглубже что-нибудь знаете. Вразумите меня, будьте новости. Так, ну что, брат, скажешь про центральный храм наш, собор Покровский? Видно, что он старый храм. Старый, ага. Да. Тоже большой, вместительный. Угу. Ну, какие-то отличия есть от ваших храмов, которые в Красноярске? Только то, что ты, Володя, говоришь, что изображение по канонам отца, больше, да, отца Бога не разрешается. Это не здесь, по канонам. Здесь изображен. Это в Библии. У нас не было такого. В Библии вот это вот, по-моему, в каком-то месте сказано, что не изображайте, особенно евреи к этому относятся. Почему? Потому что Бога никто не видел и видеть не может, кроме Сына Единородного. Он явил нам. Да. Вот, он явил нам. То есть Христос, его Христа мы можем можно изобразить. А нет. Бога и Отца. Духа Святаго мы не можем. Бога Отца, да. Мы не можем. Или можем. Все. А как ты думаешь? Ну вот взяли, нарисовали. Ну что, как? Ну, потому кистью что взяли кисть, намалировали там все это. Ну вот они взяли из Даниила. А? Из пророка Даниила взяли. А, это... Ветхи днями. Ветхи днями, да? Да, ветхи днями. Понятно. Вот видишь, насколько я не глубоко знаю вот эти вещи. Корректируют меня, братья мои дорогие. Слава Христу.
А теперь я хотел бы вот так вот, смотрите. Вот. Давайте вот. Максим, сними фуражку. Проснись. Вам, наверное, разбудили. Христос воскресе из мертвых. Просто, чтобы кто-то поддержал попеть. Смертью смерть поправ. Иисущего к обе живу дарова. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Иисущего гробе живота рава. Есть смерть, ведущая к жизни, и есть жизнь, ведущая к смерти. Кто написал? Чьи слова, вернее? Лев Великий Святитель. Да воскреснет Бог, да расточатся врази его. Откуда, с какого места? 67-й псалом. Какой он? 67-й псалом. Точно? Не уверен. Ну проверь. Поисковик-то есть библейский? Я могу точно сказать, из псалмов Давида, какой не знаю. А молитву «Да воскреснет Бог» это имеет отношение? Это конкретно имеет отношение. Уже на слова, на царя Давида. Царя Давида. Составлено «Да воскреснет Бог, да расточатся вры». Да воскреснет Бог, да расточатся враги его, да бегут от лица его все ненавидящие его. Как исчезает дым, так пусть они исчезнут. Как тает воск от огня, так пусть бегут и бесы, и при виде людящих Бога, и осеняющих себя крестным знамением, и говорящих, радуйся, многочтимый животворящий крест Господень. Прогоняющий бесов силы распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего в ад и уничтожившего силу дьявола, и даровавшим нам твой чтимый крест для прогнания всякого супостата. О, многочтимый же творящий крест Господень, помогай нам со святою Госпожою, Девою Марию и со всеми святыми во веки. Аминь. Ну ладно, что, поедем дальше. Дождик пока. Слава Богу за все. Аллилуйя.